în semn de apreciere a meritelor în domeniul sportului și a mișcării olimpice, pentru performanțele obținute în cadrul unor competiții internaționale și pentru talentul și dăruirea puse în slujba sportului național, s-a conferit diploma de onoare președintelui Republicii Moldova, sportivei Tatiana Salcuțan, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires 2018. Наш тандем, это медаль, и тренерская работа, и ученица, и федерация, конечно. Саша, ну, я хочу поздравить, я поздравлял его соцсетям, и сегодня поздравляю, знаете, для страны, это очень важно. Я часто говорю, что некоторые наши спортсмены, для имиджа Молдовы делать больше, чем некоторые послужили в своей жизни. Потому что о Молдове знали, услышали, увидели флаг. И я уверен, что дальше вам будет еще лучше. Вам удачи. С нашей стороны поддержка будет. Чем мы можем помочь? Мы будем всегда рядом, чтобы с нами и тренер, и председатель федерации. Если нужно будет чем-то помочь, вы нам скажите, мы постараемся. Китай или Япония? Ханчжоу, Китай. Не Китай. Ого. Не легче. У нас первое. Мы вас поздравляли. Учили до учебя. Мы успели парни сами встретиться. Мы уже были на чемпионате мира, стали еще тогда на молодежном. Вот. Ну, готовились целый год, чтобы повторить успех. И, в общем-то, его даже повторили, может быть, даже перевыполнили, потому что олимпийская медаль это уже немножко другое. Спасибо. Удачи. Спасибо.